Доброго времени суток. Сегодня на обзоре очень интересная монета Латвии. Каменная монета. Это монета с центральной вставкой из гранита. Номинал монеты 1 лат. Выпускалась в 2011 году. Внешний ободок у нее из серебра, а центральная вставка из гранита сделана. Очень долго придумывали, как туда запрессовать гранит. Долго эту монету ждали, но все-таки она вышла. Вот такая вот интересная монета. Сверху видите надпись «Латвия», 1 лат, год выпуска 2011. Ну, а здесь латышские орнаменты по кругу. Вот такая вот интересная монетка из гранита. Центральная вставка из гранита. Всем спасибо. Подписка на канал, лайки, дизлайки. Вопросы, пожелания, все приветствуется. Спасибо всем.